Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас Opel Mokka 2013 года. И сейчас владелец Николай покажет, как поменять на ней салонный фильтр. Салонный фильтр находится в этом автомобиле внутри бардачка. Для этого открываем его. Мы уже предварительно освободили. Скидываем вот этот ограничитель. Дальше с обеих сторон сжимаем стенки бардачка и опускаем его вниз. Вот ограничитель слева, точно такой же справа, который не дает опуститься бардачку. Для этого мы и сжимаем стеночки. Откинули бардачок, и нам открывается вид на крышку салонного фильтра. Вот такая защелочка у нас находится слева и точно такая же справа. Обе их сдавливаем, открываем крышку вверх и достаем салонный фильтр. Сразу же смотрим, как установлен фильтр. Видите, стрелочки идут сверху вниз и надпись Airflow, поток воздуха. Запоминаем и точно так же ставим новый фильтр. Так, вот он наш фильтр в листиках. Здесь был установлен фильтр MAN, он был не с завода, уже поменен, но номерочек его виден, вставить можно, угольный фильтр. Так, убираем все ненужное, листья, мусор. Ставить будем фильтрон, номер его видите, тоже угольный фильтр. Вот еще раз его номерочек. Теперь смотрим на поток воздуха, стрелка идет, у нас должна идти сверху вниз, поэтому разворачиваем его и устанавливаем. Закрываем крышку до щелчков. Теперь нажимаем с двух сторон на бардачок и защелкиваем его. Накидываем ограничитель хода бардачка и закрываем бардачок. На этом процесс замены салонного фильтра на автомобиле Opel Mokka завершен. На этом мы с вами сегодня прощаемся. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. Всем пока!